На конкурс дети читают стихи, стихотворение «Что такое День Победы?». Автор Андрей Усачев. Читает Алексеева Анастасия, воспитанница детского сада номер 42 города Чебоксары, старшая группа. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Маршируют стройсолдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет